Мои дорогие, сегодня с вами делюсь рецептом хлеба из цельнозерновой муки. Такой хлеб вы в магазине не найдете. На этот хлеб у меня очень большой заказ. Заказывают каждый день такой хлебушек. Поэтому решила с вами поделиться, чтобы вы могли сами приготовить и побаловать своих родных. Семечки покупные, очищенные, жареные. Семена льна. Заливаем водой комнатной температуры и оставляем на столе на 30 минут. Вот прошло 30 минут, ничего промывать не нужно. Откидываем на ситечко и оставляем минут на 5, чтобы ушла лишняя жидкость. Вода теплая, 35 градусов. Добавляем прессованные дрожжи. Наши бабушки, мамы всегда месили хлеб руками, не использовали ни ложек, ни вилок. Если использовали ложки, то только деревянные. Добавляем подготовленные семечки со льном. Мука цельнозерновая, обязательно ее нужно просеять. 1 чайная ложка соли. Обязательно нужно тесто замешивать на хлебушек. С хорошим настроением. Вмесили 500 грамм муки, добавляем растительное масло 2 столовые ложки. И его нужно вмесить в тесто. Вмесили все масло. Сейчас мы с вами присыпем стол мукой цельнозерновой и продолжим месить на столе минут 5. Месила тесто в течение 5 минут. На присыпку стола у меня ушло 120 грамм муки. Много муки не подсыпайте, понемножку стол подпиляйте. Вот такое у нас получилось тесто. Накроем. Можно сверху еще полотенцем, так как сейчас на кухне холодно, отопление уже отключили. Можно поставить его в микроволновку. Микроволновку включать не нужно, просто закрыть дверку и оставить. Прошло 2 часа. Вот так хорошо у нас тесто поднялось. Обминаем. Слегка припиляем стол мукой и формируем хлебушек. Эта мука не будет входить в то количество, которое будет указано в рецепте. Форма хлеба может быть любая. Форму дно и стенки смазываем растительным маслом. Если у вас формы под хлеб маленькие, тогда разделите тесто на 2 части. И ставим в теплое место. Я ставлю в микроволновку. Микроволновку не включаю, просто закрываю дверку. Прошло 50 минут. Ставим разогретую духовку до 190 градусов. Хлебушек готовится 60 минут. Перекладываем на решетку. Проверяем готовность хлебушка. Горячий.